Это была самая долгожданная вечеринка лета. Накануне вечера международный комплекс лыжных трамплинов Алматы засиял от обилия звездных гостей. Группа Ринго, Аюми, рэпер Джакалип вышли на сцену, чтобы взорвать зал. Разбавила эту компанию российская исполнительница Кристина Си. Сердце поклонники ждали, когда же своей лучезарной улыбкой озарит все вокруг хедлайнер мероприятия Джон Ньюман. Голосистый британец не заставил себя ждать. Кстати, на сцене Джон появился со своей фирменной укладкой, которая уже свела с ума не одну девушку. Давно хотела у тебя спросить, как ты это делаешь? Много времени уходит? Да нет, времени немного, а вот лака для волос очень. Но это нормально, 10 минут всего трачу. Зато ходить так могу потом весь день. Тебя, кстати, очень часто сравнивают. Вот, например, наш рэпер Дилани, видимо, из-за твоей прически решил, что ты похож на Элвиса Пресли, о чем он даже в Инстаграм написал. Все правильно. Знаете, у меня есть цель — стать таким же музыкантом, как Элвис, на все времена. С помощью музыки он вписал свое имя в историю. Он не привязан к какому-то определенному временному периоду. Элвис вечный. Так что такое сравнение для меня — большущий комплимент. Между тем, молодой исполнитель, по всей видимости, решил совместить в себе сразу несколько легендарных личностей. Если внешне Ньюман, по мнению некоторых, напоминает Элвис, то вот в танцах явно прослеживается пластичность Майкла Джексона. Ты очень круто двигаешься на сцене и в клипах. Некоторые говорят, что ты танцуешь даже лучше Бейонсе. Нет, людям нужно прекращать пить. Это неправда. Я танцую, как птенчик с поломанной ногой, пытающийся взлететь. Или со сломанным крылом даже. Но я таким образом самовыражаюсь на сцене. Никакой хореографии, отработанных движений. Просто экспрессия. Ты такой молодой, но почему-то в одежде придерживаешься стиля 80-х. Это для того, чтобы нравиться не только юным поклонницам, но и их бабушкам. Так и есть. Что ж, видимо, это работает. На самом деле, я изучал свою аудиторию. Конечно, в основном меня слушают девочки, но не только. Я рассчитан и на их бабушек, и на мам. Ко мне на концерты семьями ходят, что просто невероятно. А можно я тогда осуществлю мечту моей бабули и сделаю вот так? О, какой милый! Больно. Вобравший в себя все самое лучшее, Джон при этом остается весьма самобытным артистом. Неспроста ведь его дебютный сингл «Love Me Again» покорил мировые хит-парады. Поверить, что с таким задором Ньюман поет о несчастной любви. Текст композиции, кстати, основан на реальных событиях. Ты написал эту песню после того, как расстался с девушкой. Она хотя бы тебе перезвонила после этого? Да, мы с ней дружим. Знаете, самое трудное в расставании — это когда ты теряешь не просто девушку, а друга. И это то, о чем я написал. Да, конечно, она позвонила мне, но между нами все кончено. У меня новые отношения. Да, и у нее все хорошо. Вот так вот неразделенная любовь сделала из несуразного паренька настоящую звезду и кумира миллионов. Но это лишь начало. Сейчас Джон работает над своим вторым альбомом, который, по заверениям самого исполнителя, должен превзойти его первую пластинку.